Больш за 1400 молодых людей из Могилевской области накируются на терминовую воинскую службу во Взброенные силы Беларуси в осенней призывной кампании. Это больше, чем у минулые годы, отзначают в областном военном комиссариате. С Могилева служить отправятся с 500 будущих новобранцев. Отправка отбудется у мая, а догэтуль молодые люди проходят полный медицинский огляд. С подробязностями Кристина Каранкевич. Спортом каким увлекаешься, нет? На областном сборном пункте в Могилеве одразу каля 70 человек. Молодые люди с особистыми справами в руках отримовывают приписку до призывного участку. Это те, кому исполнилось 16 год. Разом с ними и те, кто проходит медогляд у призывную кампанию. Одни накируются на воинскую службу, другие на учебу. Микита поступает у военную академию, далей жадая служить. Отец еще с детства хотел, чтобы я стал военным. Да. Кто отец? Отец сам не военный, он строитель. Но у него просто есть друзья военные. И просто не посоветовали отдать сына в войско училище. Так. А где служить хочешь? Мариногорке. Я считаю, что это долг каждого парня служить в армии. Ну, этот путь делает нас настоящими мужчинами, считаю. На медкомиссию хлопцы приходят с выниками анализов, на месте вызначают вагу и рост. Некоторых накируют на да обследование. По выниках осеньского призыву 2016 года, отзначают специалисты, полова юнаков признаны годными до службы у спецназии и поветренных войсках и годными за обмежеваниями. Структура негодности к военной службе в Могилеве и Могилевском районе примерно такая же сложилась, как и в области, как в республике. Первое место занимает это нарушение костно-мышечной системы. Второе – это сердечно-сосудистая система. Здесь, конечно, есть троху как бы и изменения, скажем так, жирового обмена. Троху уже полные мальчики пошли. Это проблема фастфуда, скорее всего. Еще одна проблема сегодняшнего призывника – выник часу гаджетов. Проблема со зроком. Это не дозволит служить у элитных войсках. А, до прикладу, как поступить у военную академию на летчика, потребно абсолютное здоровье молодого человека. Кристина Каранкевич, Миколай Соболев, Новини региона. Редактор